Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Синоптики предупредили россиян об аномальных морозах. Аномально холодная погода придет на Уральский регион и Сибирь в связи с надвигающимся арктическим антициклоном. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на заведующую лабораторией гидрометцентра Людмилу Паршину. Она отметила, что уже завтра, 14 ноября, в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях понизится температура и начнется снег. В Омской области при этом ожидается похолодание до 30 градусов ниже нуля. На севере Иркутской области температура ночью может достигнуть 40 градусов мороза, в Свердловской области и на юге Тюменской области 25 градусов мороза. По словам Паршина, в европейской части России в это время будет комфортная погода. Так, 14 ноября в Москве температура воздуха составит около 6 градусов выше нуля, а ночью около 1 градуса ниже нуля. На этом пока все. Еще больше свежих новостей читайте на сайте mymsk.online. До скорого!